Приветствую всех, уважаемые зрители. Что ж, добро пожаловать в кошмар. Так, съем ту, ем ту. Давайте. Ночные А что, нормально? Полутаем. Тут босс рядом ходит. Мы здесь лутаем в наглую, да? Корзиночка, да? Давайте хоть перекусим тут. Последний это ужин или обед, так как-то его можно назвать-то. Поконкретнее, чтобы формулировалось-то. Последний завтрак. Наверное, да? Меня пока никто толком не видит, это хорошо. О, патрошки подъехали, это хорошо. Знаете, я в этой игре очень редко по ночам вообще что-то делал. Сейчас я что-то в этом сезоне припух маленько. Никому так не кажется. Ночью в магазин, почему бы не полутать? Соседям жалко, дорваться не смогу. Интересно, я его смогу залутать или меня убьют раньше? Что-то меня такой вопросик мучает. Так, сколько я уже тут насобирал? Стольник, да? Не кисло. Алмазиков мало. Где наша серебряночка-то? О-хо-хо-хо-хо. 500 серебряночки. Ну это вообще более-менее уже нормально. Уже будет с чем поторговать. Надеюсь, зомбики тупенькие. Надейся, надейся, да? Это полезно, может быть. Я дробовик с собой не взял. Ну, правда, три патрошка. И сколько там? Ну да, мне погоду не сделают особенной. А главное на мусор не наступать. Чего лучше нафиг удалять. Ребят, здесь никого нету. Не надо тут рядом шарахаться. А то мне ведь страшно вообще-то, если честно. Эй-эй-эй-эй. А, тогда так сделаем. Да что ж ты там так долго перерабатываешь, дятла кусок? Два куска, что ли, под два подсвечника ты так долго? О боже мой, два подсвечника долбаных. Давайте это съедим.
Дышите ровно, зомбитки. Ну хорошо. Ой-ой. Похоже, 2500 набрал. Жесть какая. Ну, вроде тишина и спокойствие. Так, интересно, а через задний ход я смогу что хотя бы на крышу забраться? Что-то неинтересно стало так вот. То мне просто еще магазин бы полутать тут, который второй. Продуктовый. Мне стало интересно, а что же в нем такого может находиться нового? Самое в этой игре я вспомнил приятное мне было, когда я реально по ночам магазины вот эти вот шурдировал. Помнил, почему мне это так нравилось. Потому что опасность была просто полная. Помните еще в ранних версиях, когда зомбики в городе если начинали респиться, это был просто сущий ад. Вот здесь та же самая история. Этот хрен там где-то ходит до сих пор. Или уже он ушел куда-то подальше. К делам. Своим зомбячим. Ох, как я люблю вот такие вот тени. То есть освещение, тени. Ой, это в игре, знаете, дает атмосферу. Акс. Эвенджинг подняли, да? Да, кстати, аж там пару уровней поднял. Надо бы посмотреть, что я с ними сделать смогу. Скраб. Ну, давайте тринканем, что ли. Присядем.
И посмотрим, что же мне удалось-то все-таки с этого похода пока на первые с первого магазина цапнуть. Где же серебро еще ж набирал? А вот оно, 178. Так, наковальни у меня вообще две штуки есть, так что это нафиг мне не нужна. Так, потрошек, конечно, вот этих вот. Ну, пускай будут. Хрен его знает. Потом куда-нибудь приспособим. 31 ткань. Ткани я могу набрать с палаточных лагерей просто до одного места. Мне этого хватает. Ну вот, конечно, пачки гвоздей. И довольно-таки очень удручает. 18 гвоздей. Сколько всего их получится? 400, да? Прикольная вообще тема. А я могу обратно в пачку это забиндить, интересно, или нет? У меня тут гвозди-то с собой есть? Походу, я их выбросил. Ладненько, друзья, пока я уйду на паузу, продолжим уже, когда утро настанет, потому что мне что-то там с ходячим рядом боссом не очень охота идти в соседний магазин. Что ж, ночь заканчивается. Уже светлеет. Дверь цела. На соплях держится. Так. Где этот большой карабашка? Барабашка. Морда противогази, я ее так называю. Свобода, свобода. Милая свобода. Так, ладно. Теперь в продуктовый. Обязательно. Хотя, почему продуктовый закрыт? Блин, сколько я лет-то не был в продуктовом. Ха. Какая угодно. Корзиночка подойдет вполне. Так. Чего интересного здесь нету? Водиться, водиться. Нет. Это да. От, блин. Это так хорошо спали. Не просыпались бы вообще никогда, в принципе. Упс. Там второй торговый аппарат, что ли, был? Да ладно. Ты должна была умереть два раза. Но хоть с чистыми зубами ко мне пошла, я смотрю. Наверное, правда. Подлая медсестричка. Мимо. Здравствуйте. Приветики всем. Попал вроде в кого-то, да? Нормально. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Блин, три. Два. Да ё-моё. Чё ты камень-то сделал? Один и ноль. Патроны кончились. Остались усиленные.
все размахалось. Ага. Лава. Тут еще. Да, тут два автомата, что ли, торговых. В натуре стоит. Нифига себе. Прикольно. Помахаем. И что это сейчас было вообще такое? Объясни-ка мне. Мне сейчас стаминка кончится. Тым-тырым-тырым-тытым. Так, ладно, короче. Блин, не получилось. Хотел сделать по-крутому, но вышло как всегда, да? Чё есть, ничего нету. Тоже ничего полезного. Скотч возьму. Пригодится. Ничего интересного, ничего интересного. Да, народ-то здесь дофига. Но два автоматика, это тоже неплохо. А, нету. Фак. Ну ладно. Нет, так нет. Ну, я здесь слышал вообще. Тебя, что ли? Улыбочку, блин. Здесь никого нету, да ладно вам. Фига себе. Такое редко увидишь. В туалете нет зомби, друзья. Они уже вышли отсюда все. Я понял. Юмора, понял. Тебя специально мимо. Я помучаю. На, попал, наши. Клок радио. Но опять же, это нужно для квестов, так по сути там не нужно вообще, в принципе. Так, клеюшечка. Так, у меня там же пара уровней точно получилось. Quality Joe вкачиваем. Сколько там? Зараза, многовато надо. Ладно, остальное будем копить уже на бартер. Я что-то смотрю, вещи нифига не лучше стали сыпаться. Хотя, может, и старый спаун прошел с моим этим скайвенджингом и Quality Joe. Тоже вполне возможно. И такое не буду исключать. Клей отдай. Тебе-то он зачем? Мне пригодится. Мне еще вам ловушечки делать с клея. Там его уйдет, мама не горюй сколько.
Так-с. А, сволочь, он полочку сломал. Я понял. Слышь, кто там полку сломал? Там же бриллианты еще были. Куда дел? Колись давай. Reinforcement. Ну да. Пешки насчет патронов здесь надо как-то подойти к этому делу оптимально. Такс, чисто, чисто. Хо-хо-хо. О, уже хорошо пошло. Но ненадолго, да? Ну, игра, давай еще больше, больше мне всего. Скажите, куда мне больше? Тут и так уже этого дофига. Не, этого мало. Я хочу больше. Инвентарь бы побольше сделать, не лазит все, блин, зараза. Такс. Долго их скрапаешь. Отлично. Не, ну эти стрелы, смотрю, дают очень большое количество железа. Видно, стрелы какие-то очень убермощные. Надо бы хотя бы арбалетик сделать, да и проверить их. Или купить арбалет, да проверить. Одно из двух. Скорее всего, второе. Так как арбалет-то я делать не умею. Странно, что чай не попадается здесь вообще в этих полочках ни разу. Было бы неплохо. Чай, водичка, добавок ко всему. Вообще, были бы они желательно вот полностью забиты, то приходите, и вся полка забита. Мечта, да? Это вот можно было бы полутать, так полутать. Так, здесь все, осталось этот рядочек зачистить. Да ладно. Друзья, штука серебра уже у нас тут набралась мало-помалу. Это я считаю хорошо. Но мало. Я хочу больше.
нужно гораздо больше. Ага, тут что, все что ли уже? Что залутал? Что-то я быстро. Это как-то неинтересно. Так. Ящики с едой. Интересно посмотреть, что сейчас в них вообще бывает. Серьезно. Мне интересно, есть ли там еда, которая добавляет, помните, 70-очку. Вот это вот мне очень интересно. Это вот трешечка. Сказал, куда могут себя не засунуть. Ну, молочко давайте дринканем. Это что у нас? Ай, господи. Вот это хламина. Продуктовый магазин мне тоже называется. Ну хотя да, как нашу заходишь. Пятерочку. Продуктов нет вообще. Ну, по крайней мере, съедобных. Здрасте. Вот это полезительно будет. Не кричи, я уже ухожу. Нет, тут ничего интересного, короче. Вот полочки есть. Патрошки есть, это хорошо. Больше патронов миру патронов. Так, ладно. Эти два магазина мы с радостью большой зачистили. У нас здесь что, кстати, находится? Надо бы вспомнить. А это у нас типа заправка, да? А вот, кстати, еще один магазин. Что-то я не обратил внимания. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Сейчас мы и тебя тут заклухтымарим. Почему нет? Ничего ценного. Плохо. Схожу как себе домой, да? Что есть, что нету. Надежда, друзья, надежда есть, что у нас все будет хорошо. Аж игра начинает уже подлагивать от моего нервного рыскания просто по инвентаре всего мира. Эй, скрапайся. Медок, ладно. Годно, годно. Понял. Сейфа нету. Сейфа. Нету. А жалко. Так, и чего у нас еще здесь осталось? Так, ну если посмотреть по карте.
Так. Что еще за интересные места здесь есть? Это многоэтажки две, да? Блин. Соседний городок где-то был. Вот он здесь, да? Здесь магазинов я не вижу, в принципе, вообще. А в этом что у нас? Вот ракетная шахта, если я правильно понимаю. Сюда уже надо ехать на мопеде. Да как и в этот город. Во все зимние города надо на мопеде ехать. Потому что очень там непредсказуемая, блин, погода. Так. Тут сидит, смотрит, господи. Что за псих тут дороги прокладывал? Ну, это был я. Это был я. Так, а толку от этого? Нифига. Надо признаться. Так, здесь у нас что? Ничего полезного. Привет. Так, ладно, давайте-ка вперед пробежимся, посмотрим, что да как там. Так, это у нас что там? Погоди-ка, погоди. А, всякое. Матрас, еще один магазинчик. Отлично, отлично. Не может не радовать. Это и не радует, потому что я не попадаю чуть нифига. Нитки опять. Так ножками быстро шевелишь. Да. Не было печали, да? Я еще вернусь. Нет у меня на вас пока автомата. Вы уж извините. Вот я сюда могу забринкаться, да? Ах!
Да. Вам помочь? Полегчало, надеюсь. А вот здесь хотя бы сейф есть. Кто тут опять? Я надеюсь, вы так, воспоминания от Орды, а не все Орда. Мимо. Попал. Так. Это уже ладно. Что-то обстановочка накаляется как-то. Блин. Так, надо сюда корзинку нафиг поставить. Не путаться. Такс. Кофе. Ладно, пусть будет. А зачем-то я с собой уберу, значит, оно зачем-то нужно. Вопрос, конечно, второй зачем? Это я вспомню, когда приду на базу. Я ни хрена уже пороха набрал. Пора бы уже делать, не знаю, там какой-нибудь динамит, что ли. Ну да. Явно пора делать динамит. С начинкой серебра, да? И золото с алмазами. Что из пороха вообще здесь могу сделать? Мининг, динамит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ох, ни хрена там бумаги надо. Дорого. Дороговато. Так. Мега-краш, мега-краш. 23. Ладно, одним пожертвуем. Так уж и быть. Ради сейфа можно и пожертвовать. А вдруг что ценное выпадет, а? Давай. Фуалетовое что-нибудь. Чего? Finding things super fly? Ох, господи. Это все? Да. Сказал я. Погоди-ка. А
А почему я с этим ничего сделать не могу? Любопытно. Зачем мне эта хрень нужна? Чипс. Ну ладно. Оставь себе, подруга, мне они не нужны. Так. Сразу помечаем то, что мы здесь были. Идем на первую нашу точку, с которой нас прогнали в наглую. Добиваем ее и, наверное, возвращаемся домой. Да как же вы, бляха, живыми-то остаетесь? Ироды. Понабежала-то, Метрическая дрожь, вы чего? То никого, то, блин, появляются. Улыбайся. Это тоже касается. О, здрасте. Что называется? Все. Все вооружение кончилось. А винтовочку чинить я не умею. Тарам-та-та-та-тарам-тарам-там, да? И винтовочки пришел тут быстренький гаюк. Юк-юк-юк-юк-юк-юк-юк-юк. Такс, сейчас долутаем тут все. Надо будет подумать, как быстренько домой бы отправиться. Ну, телепортом будем отправляться домой, друзья. Как раз покажу, как это работает. Остальные стрелы. Что они у меня делают? О, у меня там уже очередь крафта. Не кисло так. Ненавижу подсвечники. Ай, ненавижу их. Как же они так долго скрапаются-то, ё-моё. Угу. Здравствуйте, сейфик. Как у вас дела? А, блин, не до конца добил. Пофигу. Так, дринкуем еще разок. Чтоб меньше его долбить по времени, блин, а тут сдохнуть можно. С этой долбёжкой. Открой мне секретики свои. Ну, ёшкин ты, матрёшкин. Что-нибудь поинтереснее можно было? Отстой. Просто полный шлак и отстой. Так, ладно. Смотрим. Это скрабуем. Это скрабуем. Готовимся к быстрому, друзья, отчаливанию. Так, что мне еще можно было выкинуть смело? Это я даже не знаю, что это. Курточку.
можно вообще, в принципе, одеть пока на время. Так, ножик убираем. Винтовка. Не знаю даже. Все таблетки нафиг, патроны сюда. Так, чего еще выкинуть? Это пригодится. Бочки, топливо. Так, бочки переводим в топливо сразу. Меньше места занимало. Корзиночку ложим. Так. Без разницы. Мне гильзы. Толку мне от гильз нету. От этого тоже нету. 9 кожи. Серьезно. Ну и нормально. А есть кто зомбиков тут? Сейчас, как назло, вообще никого не будет, да? Так, сразу тоже ставим галочку, что мы здесь были. О, тут там еще один есть магазинчик, кстати говоря, да? Да ладно вам. Здорово, мужик. Девочки. Правда, он бесполезен полностью, целиком. Ну да, еще есть один магазинчик. Здорово, мужик, как дела? А че драться-то? Зачем меня бить? Не бей меня. Ты не бей меня. Шапку не попорт. Ну. Игра, думай быстрее. Спасибо тебе. Че, на руки полюбовался? Молодец. Это, друзья, называется быстрая телепортация. Кому не ясно. Вот как-то так. Ладненько, буду на этом, пожалуй, серию заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки. Комментарии, вопросы оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл. Всем удачи. Всем пока. Здорово, ребят. Если ноги сломал, я молодец. Вот, блин, надо уметь. Так, кстати говоря, надо пойти проверить, что там у торговца за ассортимент поменялся. Давайте сейчас сразу это и сделаю. Очень уж интересно. Подольше немножко серия будет. Инвалида со сломанными ногами, который решил... Сейчас придет домой, прибежит резко. И что-то собирался камень рубить. По торговцам я собирался на 12 день чесать. А не на 10. Как раз ноги зарастут. Прыгать, блин, надо аккуратно. Бывает такой глюк. Не первый раз встречается. Здорово, хлопчик, как дела? Так, это сразу в наши ручки цепки берем. Курточку бы, кстати, не помешало бы снять. Я тут упарюсь. Броньку не сильно поцарапали, так что жить можно. Так. Бедная вот. Так, вот эта вот фигня. Винтовочка. Остались одни воспоминания. Давайте посмотрим. Объявилось? Ага, день 10 теперь у него. Каждые 3 дня, что ли, не обновляются? Вполне может быть.
интересного-то появилось? Да ничего, по сути. Bolt Rifle Pads. Пицца. И wellness плюс 0.3. Boiler Water. Это неинтересно. Очки ночного видения. Может быть, и возьму. Холодильник? Серьезно? Да ты издеваешься надо мной, мужик. Нет, что-то у него вообще все поскуднело. Просто звездец, друзья. Хуже некуда стало. Ну, давайте попробуем ему сейчас тут понапродавать всякого разного. Я надеюсь, это немножечко его развеселит. В принципе, теоретически возможно, да? Что для начала? Вот так вот. А хотя, что голову добавить? Ага, 27 скиллпоинтов мне нужно. Чуть-чуть побольше, раз так в 3-4. Давайте весь хапчик продам. Там приготовлю себе фиг с ним чего-нибудь. Так и быть. Если что-нибудь там сварганю. Давайте-ка 100 продадим. Да? Ой, зараза. Слушайте, как он хорошо скупает это все подряд. Все, он больше не мог. А, это я уже не могу себя вместить. Да, бабок многовато, что-то я вам скажу. Пожертвуем семенами яблока? Нет, семена яблока нужны. Яблочко нам пригодится, вот кофе, возможно, и нет. Don't let the door hit you on your way out. Я вот так вот сделаю сейчас. Наверное, сюда еще сегодня прибегу. For sale, even to an idiot like you. Что он обзывается вот вообще? А, так он покупать уже это не хочет, наверное, и не может. Такой, а, не надо. Уже тошнит от этого всего. Дай мне, козел 80-й. Твою дивизию уровень. А, это так не кончится, да? И я так тоже не остановлюсь. Это точно. How about I empty your pockets? Не, мужик, я так просто от тебя не отстану. Жесть. Просто тупая жесть. Не, я не сдамся так. Зараза. Эх, алмазы придется продавать. Никуда тут не денешься. Не хватает. Дай еще уровень, игра. Дай уровень, дай уровень, дай уровень. Эх, зараза. Не даст. Ой, ну е-мое. Да заткни ты пасть. Чтобы нафиг сейчас поубивай, да выпендриваешься. Косячков осталось, да? Ну ладно. Away your weapon, unless you'd like to die in my store. А, он злится то, что я с оружием к нему встал. Ну извини. You don't buy something next time, I'll shoot you. Так, ну хотя я сделал сейчас. Get the hell out of my store. It's for real customers. Так, за... I'll sell you goods. Ай, ножик в руках держу для чистки зубов. Не нравится ему это.
Так, а что у нас Secret Stage теперь появилось? Такого супер-пупер. Solar Cell. Soul Dieset. Автотурет. Вот это можно взять. Тут даже не скрипя зубами сердцем. Патрошки появились. Вы только посмотрите-то на него. О, вот это полезно. Вот это уже good. А вот это уже мне нравится. Be careful out there. You wouldn't want to get hurt. Так. Компостер даже есть. Natural. Вообще шикарно. Тасика. Получше, побольше положу, друзья, всего. Сейчас мы будем тут у него тут закупаться. Нет, да. Короче, заезженная пластинка, я понял. Так, Steel Bolt. Ну, не знаю, насколько они мне нужны. Аугер я собирать не умею. Это пригодится, это пригодится. Это возможно. Так, движок, движок, движок. А у меня там вроде был какой-то движок. Боже, пусть будет. Так, здесь у нас что? Залело. Ну, предположим, что я понял, что это такое. Нет, спасибо, тогда скажем, не нужно. Нужно нафиг это нужно. Ага. Так, книжку купили, эту купили. Так, ну вроде все. Чё, прости? Фу-фу-фу. Нельзя так. Нельзя так, нельзя таким торговать. Плохой, плохой человек. Я это все уничтожу, чтобы никому не досталось другому. Интересно, мне кто-нибудь поверил или нет? Такс. A sale is a sale, even if it's to a ну, покупал like я книжек you. Хорошо, конечно. Это мне пригодится. Это мне... Да, я знаю, да, значит, скраб отлично. Тоже на скраб. Чем мы тут еще понабрали такого веселого? Так, эти боты будут получше одеть. Ну... Возьмем военные эффекты с ним. По ножке. Так, жир. 38 штук оставлю. Мага не нужна. Кожа. Ну, не знаю. Вот насчет кожи что-то как-то сомневаюсь. Она нужна в таких количествах. Что ж, друзья, вот теперь точно я буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео в YouTube. Я постараюсь сделать маленькую отрывочную такую версию и... New рецепт Cannabis Seed. Это рецепт еще есть такой. Ну ладно. Джонт. Через О, да? Или Джунт. Ладно, не столь важно. Проехали. Всем удачи. Всем пока.